всю силу льда можно увидеть в самом солнечном штате Америки. Впечатляющие скалы и глубокие долины Йосемитского национального парка в Калифорнии образуют поразительный ландшафт. Два миллиона лет назад все было иначе. Он состоял из V-образных долин. В ледниковый период в долинах формировались огромные, медленно перемещающиеся льдины. Когда лед растаял, стали видны новые глубокие U-образные долины. Этот процесс создал самые живописные скалы на нашей планете, включая вершину, на которую взбираются альпинисты со всего мира. Эль Капитан. Мы называем Эль-Кап «Большой Папа». Здесь нет легкого пути, чтобы взобраться на него. Это самая сложная скала на свете. Когда ледники перемещались вниз в долину, они скользили и терлись о камни. Гранит разрушился вследствие абразии. Камень шлифовался силой 100 килограммов на квадратный сантиметр. И образовались почти вертикальные поверхности, привлекающие альпинистов. Вы видите? Скала настолько гладкая, что держаться почти не за что. Словно мать природа специально создала это место для альпинистов. Ледники изменили в этом национальном парке не только крутые скалы. Огромные валуны, разбросанные по всему ландшафту, говорят об экзорации. Эти массивные камни были перемещены буквально на километры. Висячие долины показывают, где долины древних рек были пересечены ледниками. Многие образовали живописные водопады. Потрясающий пейзаж Йосемитского национального парка – это удивительное свидетельство силы льда в создании облика нашего мира.